Сегодня у нас вторая часть нашего вебинара. Предыдущая была чуть-чуть пораньше. И на предыдущем вебинаре мы с вами знакомились тоже с зарубежными ресурсами и сервисами для поиска научной информации. В основном мы говорили о статьях, о книгах, немножко другие виды ресурсов так краешком затрагивали. Но так как информации было много, мы с вами договорились и выделили вот специально сегодня вебинарный день, что некоторые ресурсы, которые помогают нам искать информацию другого типа, мы рассмотрим как раз сегодня. Это в основном статистика, статистические данные, то, что нам тоже очень важно бывает и в наших публикациях, и в статьях, и в диссертационных исследованиях. Да, хорошо, когда есть табличка, сравнение, цифры, данные, да еще взятые неизвестно с какого ресурса, а с официальных ресурсов. Как это быстро найти? И где искать диссертации, зарубежные диссертации? Ну, во-первых, тоже хорошо, когда они присутствуют в ваших публикациях или ваших исследованиях. Во-вторых, в этих диссертационных исследованиях их тоже хорошо просматривать, особенно на первом этапе, когда мы начинаем только работать над своей ВКР, магистерской диссертацией или своим диссертационным исследованием на кандидатское или докторское звание. В плане посмотреть библиографию. Да, вот, что найти по своей тематике, по чужим диссертациям, в первую очередь смотрите, конечно, те ссылки, те библиографические списки, списки источников, которыми пользовались авторы. Это значительно позволяет расширить зону поиска и дает уже некое представление о тех первоисточниках, выйти на эти первоисточники. Поэтому это тоже очень хороший, ну и вообще посмотреть, в каких аспектах рассматривается тема, о которой вы собираетесь писать. Так что это тоже очень хороший такой момент. Ну и в конце будет один бонус тоже, успеем, не успеем, но он в презентации точно есть, по поводу различных фотодокументов, различных архивов. Материалов есть хорошая книга, вот про нее, где можно найти ссылки на эти ресурсы. Можно сказать, такой сборник ресурсов, вот про нее я вам тоже в самом конце расскажу. Ну вот в основном про эти две темы мы и поговорим. И начнем мы со статистических данных. Где искать, где брать, особенно если речь идет о зарубежной статистике. Да, ну и хотя у нас значится и в анонсе, и в заглавии про зарубежные источники, про зарубежные ресурсы и сервисы. Отечественные мы тоже все-таки рассмотрим, особенно в части статистики, немножечко касаться тоже будем. Ну, надеюсь, что это тоже будет полезно. Первое, на что обратить внимание, когда мы ищем, где найти необходимую нам информацию. Наш любимый ресурс – Российская государственная библиотека. Там есть очень хороший раздел, о котором, к сожалению, не всегда знают преподаватели и уж тем более не всегда знают об этом студенты. А между тем он достаточно полный и достаточно интересный. Раздел «Удаленные сетевые ресурсы». Как на него выйти? Ссылки, кстати, они все активны в презентации, поэтому скачав презентацию, вы можете по этим ссылкам сразу переходить на нужные страницы. Российская государственная библиотека предоставляет своим читателям такую возможность пользоваться сетевыми удаленными ресурсами, базами данных, которые размещены на удаленных серверах и доступны через интернет. И вот на этой странице с электронными ресурсами РГБ можно найти всю полную информацию. Вот это вот последние данные, которые буквально несколько дней были, был сделан скриншот. Не очень много ресурсов по сравнению с предыдущим оказались в свободном доступе, но тем не менее он есть. Если обратите внимание на столбец «Доступ», то вот здесь как раз все условия и определяются. Все, то, что помечено красным,
Это все лицензионные ресурсы, доступ к которым имеет РГБ. Слова «лицензионный доступ», «красный шрифт», и при работе из сети РГБ эти ресурсы доступны без авторизации. То есть если вы пришли в библиотеку, то с компьютера в библиотеке с этими ресурсами можно работать без авторизации. Во всех остальных случаях не все из них могут запросить авторизацию по читательскому билету. У вас должен быть читательский билет РГБ, но не все из них оказываются доступны с удаленных компьютеров. Поэтому вот на это нужно обращать внимание. Ресурсы ограниченного доступа – это, по сути, лицензионные, но к которым РГБ в настоящее время доступа не имеет. То есть они не оплачены. Ну, в принципе, может быть, доступ и есть, но по каким-то причинам он пока вот не оплачен. И вроде бы он и есть, но его нет. Но в этих ресурсах большой объем информации может быть предоставлен в свободном доступе, поэтому можно попробовать зайти не через каталог РГБ, а заинтересовавший ресурс попробовать открыть, например, через поисковик. В столбце доступ для таких ресурсов оранжевым шрифтом. Вот у нас есть один такой тут пример. Ой, сейчас попробую взять указку. Да, вот он. Один пример вот такого ограниченного доступа. Вот он вот так вот будет и будет у нас выглядеть. И зелененькие. Вот это то, что, можно сказать, наше. Это избранные ресурсы свободного доступа, которыми можно пользоваться с любых компьютеров, которые имеют выход в интернет, в том числе и с домашних компьютеров, не обязательно ехать в РГБ, и даже регистрация для того, чтобы воспользоваться этим ресурсом, она не нужна. Ну, такой фри-доступ. А вот это вот самое интересное. То есть наше все это то, что зеленое. И здесь важно помнить, коллеги, только, да, ну вот он. Пример, например, United Nations Statistics Division, статистическая база данных в свободном доступе. Вы отсюда спокойно можете перейти на сайт и спокойно пользоваться данными этой базы. И обращайте внимание на вот эту еще одну графу. Посмотрю, попала она у нас. Да, тип ресурса. Здесь указывается, какой доступ, какая это база. Вот у нас реферативно-библиографическая база. Это значит, что полного доступа к документу мы в ней иметь не будем. Это вот как Scopus, это как Web of Science, но для того, чтобы получить полнотекстовый доступ, нужно будет перейти на сайт там, издателя или правообладателя. А полнотекстовый – это значит, из этой базы он дает доступ к документам. Вот даже библиотека изображений здесь есть. Да, даже изображение можно найти. То есть вот это вот электронный ресурс РГБ – это хороший такой, можно сказать, электронный тоже как каталог, которым можно воспользоваться для того, чтобы найти нужную нам базу данных, в том числе и по статистике. Да, вот как в примере у нас. И если еще стоит зеленый значок, мы спокойно из дома этим можем воспользоваться. Ну и вот здесь тоже, да, часть. Вот этот знак обозначает, что часть информации находится в открытом доступе. То есть к какой-то информации мы можем получить доступ только с авторизовавшись или только с компьютеров, находящихся в РГБ, но часть информации предоставлена и в свободном доступе, поэтому мы можем тоже этим воспользоваться. Имейте в виду, такая у нас ситуация тоже может быть. И самое главное, еще по этой базе, по РГБ, важно помнить, что все ресурсы имеют ограничения по использованию. То есть это написано прямо в правилах на странице, что пользование ресурсами допускается только в некоммерческих целях, только в научных и образовательных целях. Запрещается тиражирование, коммерческое использование любых материалов. То есть прежде чем что-то куда-то представить, почитайте внимательно условия. Ну и на самих сайтах, на самих ресурсах, переходя по ним, тоже обращайте внимание, под какой лицензией разрешается использовать эти материалы. Выгрузка материалов разрешается только отдельных материалов.
ну и опять же в указанных целях для научных и образовательных. Ссылки на источники ставить обязательно нужно, и запрещается в основном выгрузка и сохранение полных выпусков, журналов, сборников, текстов книг целиком скачивать нельзя. Ну, несмотря на то, что мы получаем полнотекстовый доступ к документам. Исключение представляют те случаи, когда издатели сами это разрешают. Ну, вот в некоторых ресурсах, мы в прошлый раз тоже видели, можно скачать либо отдельную статью, а можно весь сборник целиком. Вот если издатель сам это разрешает, тогда это можно сделать. Да? Ну, на сайте издателя об этом тоже будет сказано, просто имейте это в виду. И важная информация, буквально-буквально свежая. Следите за изменением вот этого перечня лицензионных ресурсов. С 19 апреля этого года идет изменение этого перечня. Елена Шугалей спрашивает, отвлекусь на вопрос, простите, цитата в научно-популярной книге, это некоммерческое использование, она ведь имеет ценник. Нет, если вы процитируете с указанием источника, и он находился в открытом доступе, и вы брали его с сайта издателя, просто посмотрите, как, есть ли там какие-то ограничения на цитирование, может быть, в каком-то виде, может быть, они просят, вот, когда мы смотрели, раньше у нас был вебинар про базы «Гарант», «Консультант плюс», вот там они иногда указывают, вот там, да, они указывают, например, что нужно указывать при цитировании, да, какие-то особые моменты, поэтому их нужно просто учесть. А вот если вы просто скопируете сборник и решите его продать, то вот это, вот, конечно же, нельзя тиражировать и в коммерческих целях использовать. Или начнете его раздавать на своем там, тренинге. Ну, это вот категорически нет. Но для того же они в открытый доступ и выкладываются, чтобы мы их цитировали. Поэтому главное правильно указать ссылки и посмотреть, нет ли каких-то ограничений на использование материалов уже на сайтах самих издателей. Как правило, нет. Но в некоторых случаях, если речь касается других книг, то с правообладателями очень внимательно посмотрите, допускается ли приведение... Если речь идет не о дипломной работе, а именно о книге, и в своей книге вы хотите цитировать или какие-то куски из чужих книг вставлять, лучше связаться с правообладателями и уточнить этот вопрос, нет ли каких-то там ограничений на всякий случай. Я помню, когда мы писали книгу по тайм-менеджменту, использовали материал на сайте «Организация времени». Там есть такой огромнейший архив статей, начиная с 2000 года. И вот люди публиковали на этот сайт, предоставляли свои материалы, статьи, свой опыт, много интереснейшего материала, и, конечно, его хотелось бы тоже включить в книгу. И они вошли потом в книгу, но с каждым из авторов этого материала я связывалась лично по электронной почте, с кем-то по скайпу, и получали от них письменное согласие, что они не против, что эта статья, опубликованная на сайте в архиве наших статей, публикаций, будет использована в книге. Но это вот не касается цитат для диссертационных исследований, для там, дипломных работ. Это вот то, что потом будет продаваться. Да, то, что касается собственных книг, вот здесь лучше перестраховаться, лучше заручиться письменным согласием, на всякий случай. И вот, важная информация про РГБ. С 19 апреля изменяется перечень лицензионных ресурсов, доступных читателям библиотеки, работающим вне библиотечных стен, и... Был исключен ряд ресурсов, доступ к которым был организован по протоколам, которые перестали поддерживать такие популярные браузеры, как Google Chrome, Microsoft, Microsoft Edge, Firefox. И вот из-за такой технической проблемы часть ресурсов для использования вне стен библиотеки она была ограничена. Поэтому не так много их осталось вот в этом
разделе, но тем не менее они есть, и РГБ ищет все способы, чтобы эту проблему решить. Я надеюсь, что они обратно к нам вернутся. Поэтому не расстраивайтесь, все вернется обратно, и опять все запылает зеленым цветом. И по статистическим данным, здесь много информации можно найти. Один из таких ресурсов, который есть в РГБ, вот как раз мы про него и смотрели, он находится в свободном доступе, это статистические данные ООН. Статистические данные Организации Объединенных Наций. Масса информации, масса статистических данных, очень простой интерфейс. Это, я помню, в 90-е годы, когда помогал работать над магистерской диссертацией там, в АНХ по внешнеэкономической деятельности, понадобились данные, международные сравнения там, рынков зерна, я уж не помню, по-моему, рынки зерна страны ЕС, США, России за несколько лет. И эти данные, тогда еще такой развитой системы не было, не настолько хорошо развит был наш интернет. Приходилось это добывать вручную, и пришлось ехать в библиотеку ООН. Есть такая в Москве, кстати, где-то в Арбатских переулках, насколько я помню. И там вручную вот эти данные нет. Ну, конечно, копировали, конечно, да, но искать приходилось вручную. Это занимало огромное количество времени. Вот сейчас, когда я вижу, что есть эта база статистических данных, и даже в списке электронных ресурсов РГБ она присутствует, это просто счастье. Сколько времени и сил можно сэкономить. Данные ООН – это такая веб-служба статистических данных для пользователей, для глобального использования. И вход в эту базу, он идет такое единое окно, единая точка, вот на которой мы как раз и находимся. Можно искать различные статистические ресурсы, которые собираются статистической системой ООН. И плюс другие международные агентства в этом тоже задействованы. Здесь большое количество баз данных, таблиц, ну, их называют еще карты данных, и где-то более 60 миллионов, по-моему, точек данных по самому широкому спектру статистических тем. Там есть все, и сельское хозяйство, и коммуникации, и преступности, и образование, причем они идут почему-то рядом, и финансы, и энергетика, и рынок труда, и туризм, и все-все-все на свете. Значит, как пользоваться этой базой? Да? Ну вот просто посмотрим, что она из себя представляет. Даю в переводе, естественно, все на английском языке, просто браузер, переводчик браузера включил, чтобы было понятно, вот, что здесь находится вот именно в переводе. Очень простой интерфейс, никаких фантиков, бантиков, крутящихся баннеров здесь нет, все очень четко, конкретно. Ну, вот старая добрая древовидная структура, по плюсику щелкаем, он открывает нам дальнейшее ветвление этой веточки. Вот смотрим все, что здесь есть, если нажимаем на поиск. Три вкладки есть: наборы данных, источники и темы. И вот если мы, например, выбираем, решили посмотреть по туризму в этом списке, да, вот выбрали здесь из списка, решили посмотреть данные по туризму, раскрываем список, вот так он раскрывается. Если дальнейшего ветвления нет, то он будет выглядеть вот так. Если есть, то, конечно, будет стоять плюсик. Ну и выбираем нужный нам вариант посмотреть данные. Да, выбираем, и данные открываются вот в такой табличке. Да, здесь миленько, я специально ее не стала укрупнять, просто показать пример, что это вот такая табличная форма, может быть, не очень удобная, со скроллом, приходится прокручивать, ну, такая хорошая простыня у нас открылась. Но, тем не менее, данные представлены. Или вот по Международной организации труда, да, это по набору данных.
по источникам. Если мы открываем эту вкладку, то здесь уже немножко другая классификация идет по источникам, предоставившим эти статистические данные, и мы также можем выбрать необходимый нам источник и посмотреть по нему. Ну, вот мы выбрали Международную организацию труда, что она нам предоставляет. Ну, вот раскрыли веточки, посмотрели, ну, например, мы хотим посмотреть уровень заработной платы. И вот здесь уже начинают добавляться иногда фильтры. В простом поиске их нет, а здесь они добавляются. Естественно, все на английском языке, это я вам просто показываю, чтобы лучше понять, да, в браузерном переводе. А мы можем выбрать года, мы можем выбрать страны, можно выбирать несколько. И вот он нам выкладку дает. Здесь он ее нам предоставит по тем параметрам, которые мы применим, по тем фильтрам. И по темам. Третий вариант, как можно искать данные в этой статистической базе. Ну, например, нас интересует тема образования. Да, выбираем ее, и дальше пошло. Да, дальше пошла конкретизация. Здесь очень много всего можно выбрать. Хорошее такое ветвление. Да, и также дальше просто открываем, смотрим нужные нам данные. Ну, вот так вот выглядит страничка, которая... Да, здесь есть пояснение, как проводить поиск, что в себе содержит эта база данных. Ну, вот страничку я вам тоже привожу с прямой ссылкой на эту страничку. Почитать о том, как пользоваться, как осуществлять поиск, как скачивать данные. Можно это делать отсюда тоже. В каких форматах все это здесь написано, все это можно посмотреть и выбрать для себя подходящий вариант. Это вот тоже один из зарубежных ресурсов, где мы можем получить информацию по зарубежным, ну, отечественным и зарубежным разделам. Но имейте в виду, что не вся статистическая информация там может быть. Например, по внутреннему туризму Российской Федерации данных за последние года три, по-моему, смотрели, там стояли три точки. Вот по некоторым странам, если данные могут отсутствовать, там вот такое есть. К сожалению, но встречается. УИС России, о котором мы на прошлом вебинаре тоже говорили, но мы в основном говорили про поиск по базам и публикациям, а есть еще хороший поиск статистики, статистических ресурсов. Здесь также имеется. Ну, во-первых, есть отдельный раздел «Финансовая статистика». Можно зайти посмотреть, там тоже есть фильтры, есть несколько показателей, по которым можно сделать выборку именно финансового характера. И дальше, а если нас интересуют зарубежные статистические данные, уходим вниз страницы, тематические разделы. Вот они, кстати, здесь тоже есть тематический раздел «Социально-экономическая статистика». Но мы идем, можете его посмотреть и отсюда взять тоже некоторые данные. Ну и вообще посмотрите, тематический раздел здесь достаточно интересный. Но нас интересует вот это, полезные ссылки. Они находятся внизу страницы. И в списке полезных ссылок у нас есть статистические коллекции международных организаций. Вот иностранные статистические данные можно найти как раз вот здесь. Прям полезные ссылки, статистические коллекции. И мы попадаем в список. Да, вот то же самое, что мы смотрели с вами выше про ООН, но здесь по различным организациям, по отдельным. Например, Международное агентство по атомной энергетике, Европейская экономическая комиссия и так далее. Эти же данные есть и в той базе ООН, которую мы смотрели вначале, она, естественно, более полная, но тем не менее. Но здесь можно найти и данные Всемирного банка, и Евростат, и много чего еще, и ВОЗ, и много чего еще. Это не полный список, это только его начало. Обращайте внимание, что дата обновления – это 2018 год. То есть... данные за 2020-2021 год здесь может быть, может и не быть.
имеется в виду в этом списке, но когда вы переходите на сам сайт по ссылке, там эти данные могут быть, поэтому не переживайте. Это проверка этого списка была осуществлена в 2018 году. И дальше мы переходим просто на нужный для нас сервис и работаем, получаем данные, ищем данные уже на сайте. По российской, это что касается зарубежных статистических данных, по российской статистике. Есть несколько сайтов, я смотрела сайты Росстата, там один очень серьезный сайт мне попался, но там очень так серьезно все построено, очень серьезные можно получить отчеты, но для этого нужно очень хорошо знать, что ты ищешь. То есть для нашего тематического поиска, особенно в учебных целях, это вряд ли подойдет. Пока, да, это скорее для тех, кто работает со статистикой. А для нас скорее, вот, особенно в учебном процессе, особенно для ВКР, для каких-то студенческих работ в первую очередь, да и для статей тоже, хороший сайт есть «Статистика и показатели». «Статистика России», информация Росстата, она как раз сюда и попадает, разделы и показатели. Устроен он очень просто, здесь более понятный интерфейс, и все написано человеческим, простым языком. Первая страница, которая у вас открывается, выглядит вот так. И в меню приведены разделы «Население», «Государство», «Бизнес», «Здоровье», «Экономика» и «Популярное». Выбираете нужный раздел и переходите по нему. Что в себе содержат эти разделы, я вам на всякий случай сюда вот отдельно тоже слайдом вынесла. Мало ли кому-нибудь пригодится, да, по каким разделам здесь можно найти информацию. И дальше, перейдя в раздел, например, нас заинтересовал туризм, ну и это все-таки, да, хочется подумать и об отдыхе. Вот у нас открываем раздел туризма, туризм, туристические фирмы по данным Росстата. И вот дальше вся информация, она идет вот в таком виде. Там есть круговые диаграммы, и чаще всего это табличная форма представления. Самое важное здесь еще содержание. Смотрите содержание, тоже не все, это только кусочек из этого содержания. И по нему можете конкретизировать свой запрос. Например, нас интересует там выездной туризм или внутренний туризм. Выбираете нужное, кликаете здесь, у вас открывается раздел, на котором эта информация представлена. Ну, вот такой вот совершенно простой сайт по данным Росстата. Вот можно брать отсюда, если это необходимо. По ресурсам поиска диссертационных исследований, где брать зарубежные диссертации, ну, ресурсов, конечно же, море, рассмотрим только некоторые из них и про них и поговорим. Первый очень хороший ресурс про квест, так и называется, про квест. Обратите внимание, здесь есть выход не только на диссертационные исследования, здесь можно еще посмотреть и статьи из научных журналов, книги, и даже аудио и видео здесь представлены. Но это так вдогонку нашего предыдущего вебинара. В базе данных этого сайта, он принадлежит компании ProQuest, ой, господи, как же он... Он Dissertation Publishing, по-моему. Здесь представлены полные тексты диссертаций, авторы которых дали согласие на размещение своих работ в открытом доступе. То есть, если речь идет о том, как цитировать, можно ли цитировать, нужно ли получать согласие автора в данном случае, здесь нет. Авторы уже дали согласие на то, что их статьи будут размещены в открытом доступе, а значит, их можно будет цитировать. Здесь представлено диссертационных исследований более 50 тысяч, по-моему, 52 с чем-то, 700, в общем, к 53 приближается, но достаточно хороший такой набор, есть из чего повыбирать на разных языках, разных стран мира. На всякий случай в чат вам вот эту ссылочку на этот портал дам, очень хорошая вещь. Искать легко, искать просто, но есть один нюанс, связанный с поиском.
Обязательно нужно ввести условия поиска. По умолчанию стоит раздел «Все». Выбираем диссертации и диссертационные работы, а вот дальше, если мы не нажмем ничего, ну, мы не знаем, например, чего мы ищем, ну, что-то там надо... А вообще, хочу посмотреть, какие есть диссертации, а по каким темам вообще. Он вам выдаст вот такой... Опять же, все на английском языке, это тоже я вам даю в браузерном переводе. Он вам покажет, что ничего не ввели, ничего не получили. Обязательно сюда нужно ввести. Маленький нюанс. Вводите любое слово. Просто любое слово. Например, я ввожу «library», выбираю раздел «Диссертации диплома», ввожу «Library», нажимаю «Поиск», и вот он мне выдает список. По моему запросу найдено 25 044 диссертационных исследований, содержащих слово «Library» или касающихся этой темы. Ну и, во-первых, можно уже, поэтому ключевое какое-то слово обязательно нужно всегда вводить. Полный текст, доступ есть. Дальше мы можем отсматривать уже те диссертации, которые нам нужны, либо провести сортировку по фильтрам, которые слева у нас представлены. А вот дальше есть, дальше начинается следующая хитрость. Я нажимаю на кнопку поиска, вот здесь она есть, поисковое поле. У меня будет написано слово «library», я его убираю, оставляю поисковое поле пустым, и вот здесь уже внутри нажимаю «поиск», и он мне показывает все диссертации по всем темам, которые имеются в этой базе. Вот смотрите, уже раньше у нас было количество 25 044, здесь уже 52 757, вот как раз то количество, которое и присутствует в этой базе. Ну вот есть такая маленькая хитрость, методом ненаучного тыка мы ее нашли, как посмотрите. Все диссертации. Сразу вот так хитро устроен этот портал, единственная хитрость на входе, он сразу нам весь список не выкатывает. Сначала определись, чего тебе надо, а вот оттуда уже можно вот таким вот путем перейти к общему списку и посмотреть все, что есть в этой базе. Ну, если это нужно, конечно. И есть здесь же еще, да, на этот ресурс ссылается еще один ресурс, который тоже дает полный доступ к текстам диссертации. Open Access Tests and Dissertations. Ссылку я вам тоже сейчас вот сюда дам. Это вот самые, наверное, такие хорошо себя зарекомендовавшие, давно существующие базы. Вот про них как раз и их как раз и рассмотрим. По различным темам, от естественных наук до социальных, гуманитарных, здесь можно подобрать очень много материала. Помните наш значок, с которым мы знакомились, когда смотрели каталог DOAG? Вот этот же самый значок здесь присутствует. Все диссертации представлены в полнотекстовом доступе. По поводу скачивания, да, можно скачивать и из предыдущего ресурса, и отсюда. То, что представлено для скачивания. Этот ресурс – это международная база данных, доступ более чем к 3, по-моему, миллионам диссертаций, дипломных работ, около 1000 различных университетов, колледжей, исследовательских институтов. И язык в основном английский. Около 1,5 миллионов, где-то половина, наверное, диссертаций представлена на английском языке, но есть и работы на европейских языках, даже на китайском. Японский не знаю. У японского есть свой ресурс. И большинство документов, доступных для открытого доступа, позволяют, дают нам возможность их читать и загружать. Но, опять же, для личного использования. Не допускается распространение, использование в коммерческих целях без специального разрешения владельца авторских прав, то есть нужно обращаться и запрашивать. Но это, опять же, не касается вопросов цитирования в своей диссертации, чужой диссертации, представленной здесь. Это касается вопросов распространения. Да? Сами, что следует здесь отметить, этот ресурс сами тексты, полные тексты не хранит,
На нем располагаются только краткие тезисы, краткая аннотация, и дается ссылка на ресурс-хранилище того университета, колледжа, либо организации, где эта диссертация и находится. И уже там мы получаем, открывается нам доступ к полному тексту документа. Ну, так выглядит заглавная страница. Опять же, никаких наворотов, никакой красоты неземной. Все очень лаконично, просто и приспособлено для работы. Опять же, обязательно вводим какое-то слово ключевое и осуществляем поиск. Либо, если мы знаем полностью там, автора диссертации, да, осуществляем по кнопке поиска, делаем выборку. Вначале здесь крутится вот этот список. Это недавно добавленные, свежие добавления в каталог. И он такой активный, он постоянно крутится, поэтому они здесь будут меняться. Если вас что-то заинтересовало, лучше кликните сразу, посмотрите, потому что потом вы его можете долго ждать, пока он появится вновь. И это простой поиск. Лучше воспользоваться расширенным поиском. Вообще, когда вы работаете с любыми вот такими каталогами, навигаторами, базами данных и прочим, которые позволяют осуществлять поиск, лучше пользуйтесь расширенным поиском, который поможет нам сузить нашу тематику и убрать вот этот лишний информационный шум, который все равно будет в выдаче, но, по крайней мере, его будет мало. Если кликаем на расширенный поиск, у нас открывается вот такая форма, которую мы заполняем. И маленькое дополнение, тоже важное, на слайд вам сюда вношу. Не всегда можно увидеть вот этот маленький крестик, который закрывает форму расширенного поиска. Справа наверху ищите и найдете. Очень незаметно, я, например, не сразу со своим зрением рассмотрела, что он есть, как закрыть эту форму. Надо было немножко уйти вправо, подняться наверх, и там она присутствует. Сразу ее не увидишь, ну вот, чтобы не промахнуться и не переживать, как же закрыть форму. Как представляется, как выйти на полный текст диссертации? Например, нас заинтересовало вот это, что-то про сточные воды и что-то про бактерии. Да, ну вот, эта диссертация нас заинтересовала. Кликаем по ней. Попадаем на страницу, мы еще находимся на этом ресурсе. Краткая аннотация, краткое описание, краткое тезисное изложение, что это за работа. Ознакомившись с ней, мы уже принимаем решение, надо нам дальше идти или не надо. И приводится страница, адрес страницы, где находится эта работа. Здесь в начале статьи, в самом начале, переходим по ней, мы попадаем уже на сайт того университета, это Гетеборгский университет, где эта работа и хранится. Здесь приводятся все данные об этой работе, о защите, об оппонентах, рецензентах и прочее, прочее, прочее. И самая главная для нас часть – это вот это. Возможность скачать PDF-файл. Смотрите внимательно. Что скачиваете? Здесь представлено три файла. Обложка, там, типа титульного листа что-то, и сам основной текст работы, он, как правило, вот здесь посерединке. Но это актуально только для тех работ, которые хранятся в хранилище Гетеборгского университета. Вот у них так устроено. На других сайтах, других хранилищ может быть совершенно по-другому. Поэтому ищите, если вам нужно скачать, где находятся данные, где заветные слова PDF-файл. И дальше мы кликаем по PDF-файлу, он у нас открывается, вот она наша работа, и дальше мы ее просто скачиваем. Можно прочитать здесь, кстати, ознакомиться с ней, если язык хорошо знаем и переводить не надо, и принять решение, надо или не надо скачать. И дальше просто закачиваем ее себе. Ну, такой вот достаточно простой ресурс. Просто имейте в виду, что вот эта вот часть, указание, как скачать работу на разных площадках, хранилищах самих университетов, колледжей,
они могут находиться в разных местах, поэтому не спеша просто просматриваем всю страницу и выискиваем там, где можно скачать. Вот. И прежде чем мы перейдем к следующему нашему ресурсу, коллеги, все ли нормально, такая тишина в чате, слышно ли, видно ли, а то, может быть, я тут в тишину вещаю, а меня уже давно на связи нет. Ага, отлично. Если будут вопросы, пишите. Ага, отлично, все, утешили. Тогда идем дальше. Еще один классный ресурс, который я вам хочу показать. Вот это вообще... Ага, спасибо. Вот это вообще берите на заметку. NDLTD. Networked Digital Library of Tests and Dissertations. Это вообще мега-супер вещь. Это метапоисковая система. Давайте я вам тоже на нее ссылку на всякий случай в чат дам. Вдруг кому-то прям вот срочно понадобится. Это метапоисковая система, которая тоже дает нам возможность найти полнотекстовые диссертации открытого доступа или сведения о диссертациях ограниченного доступа. То есть здесь надо смотреть, есть и полнотекстовые, и есть те, доступ к которым ограничен. Количество более 4 миллионов документов. Есть из чего повыбирать. Это, можно сказать, такая сетевая цифровая библиотека диссертаций и различных дипломов, информация предоставляется независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или нет, поэтому здесь вот на это обращайте внимание. Как здесь ей воспользоваться, где чего находится? Ну, во-первых, кстати, смотрите, они иногда проводят какие-то конференции международные, публикуют сборники, индексируемые и прочее. На первой странице информация об этом будет, о каких-то мероприятиях, на это тоже обращайте внимание, если необходимо. И первое, что мы выбираем, глобальный поиск, да, раздел глобального поиска. Уходим туда. Опять же, все на английском языке, даю просто в браузерном переводе, чтобы сразу понять. Вот здесь вообще уже сейчас больше 6 миллионов электронных диссертаций, но не все из них в открытом доступе. Вот это мне понравилось. Введите что-нибудь, чтобы начать поиск. Вот как раз тот самый первый ресурс, с которого мы начали знакомиться с диссертациями. Ну, хоть что-нибудь введите, тогда мы вам найдем. Введите хоть что-нибудь, он вам что-нибудь и найдет. Вот ввели, например, библиографии слово, и вот он нам выдает все диссертации. Перевод не совсем, конечно, корявенький, не совсем корректные корявенькие. Некоторые он не переводит языки, только с английского языка, естественно. В оригинале будет все на языке оригинала. И дальше он вас попросит, уточните запрос. Вот здесь мы уже добрались до самого главного, до фильтров, и мы дальше уточняем запрос. Мы можем поменять ключевое слово и применить его, а можем и более расширенный вариант использовать. Поставить фильтр по источнику, по году издания, за какой период. Можно установить один год, можно установить период, за который нас интересует, и выбрать нужный нам язык, причем можно выбирать несколько языков. И он сразу вам здесь, в чем плюс, он еще сразу показывает, сколько работ на этих языках есть по данной тематике. Фильтр по источнику. Что это такое? По источнику имеется в виду по университету. Вот если мы откроем этот фильтр, он нам показывает, кто нас интересует. Если нас интересуют, например, работы отдельных университетов, мы можем здесь выбрать. И внизу еще, за вот здесь, язык, и еще идет дальше еще один фильтр с пометкой. Вы можете выбрать, да, что вас интересует здесь по темам, по странам и так далее. Уточнить поиск. И выбрали мы диссертацию, уточнили мы поиск, выдал нам определенное количество найденных результатов. Вот мы нашли
заинтересовала, меня действительно заинтересовала бережливая библиотека Lean Library. Lean Product я знаю, что такое бережливое производство. Приходилось иметь дело, а вот Lean Library действительно интересная тема. Что он нам показывает? Он нам показывает описание этой работы. Вот так оно выглядит, так оно начинается. Примерно то же, что мы с вами видели. Тезисы, краткое изложение. Внизу страницы. На один слайд не влезла, не хотелось слишком мельчить, поэтому на два слайда разделила эту страницу. Пролистываю ниже. Заканчивается описание этой диссертации, и вот здесь даются ссылки. Здесь уже пошли какие-то организационные вещи про язык, где защищалась и так далее. Нас интересует вот эта часть. После описания идут на этом ресурсе идут ссылки на текст самой работы, если она находится в полнотекстовом доступе. Вторая, вот эта ссылка мы открываем. И оттуда уже скачиваем. Вот это имелось в виду, вот эта ссылка битая. Обращайте внимание, иногда они не работают. Здесь не дописали формат расширения, что это файл PDF. Если его дописать, то откроется сразу PDF-файл. Но здесь она была битая, поэтому пришлось идти немножко таким окольным путем. Кликаем по ссылке. Он нас перекидывает на хранилище университета, где хранится этот текст диссертации. Мы также вниз спускаемся, и вот здесь внизу ищем вот такой значок, да, файлы, обозначение файла. В общем, везде на сайтах они могут отличаться и будут отличаться по интерфейсу сайта, самих хранилищ, где находится эта работа. Всегда ищите либо значок PDF, либо значок файл с обозначением PDF. Вот он, видите, у нас, да, появилась дописанная PDF, и дальше мы его открываем. Вот у нас открылась вся работа, аж целых 203 страницы, и отсюда мы ее можем либо читать онлайн, либо скачать себе. Самая большая проблема – это на разные интерфейсы у самих хранилищ, у самих сайтов университетов, организаций, где хранятся эти статьи, поэтому там приходится иногда полистать. У кого-то справа, у кого-то слева, у кого-то внизу, у кого-то вверху, но ищем PDF-файл. Да? И либо значок, либо обозначение. И дальше мы спокойно эту работу можем скачать, изучать, перевести с помощью переводчика и использовать в своей работе. Есть, помимо глобального поиска, в этом ресурсе есть еще вот такой раздел «Ресурсы диссертации». Если мы по нему кликнем, он нам выкатывает список этих ресурсов по странам или регионам. Если нас интересует какая-то конкретная страна, мы можем делать через глобальный поиск, а можем сразу уйти сюда в ресурсы и выбрать уже нужную страну и дальше посмотреть, что нам предоставляется, что, какие ресурсы здесь есть. Вот, кстати, Dart Европа, очень хороший ресурс, там много чего можно найти по диссертационным исследованиям, и дальше ссылка на слайде у нас тоже про него будет, именно ссылка на этот ресурс. Ну, а дальше выбираем и переходим уже на сами ресурсы. Что еще здесь есть полезного? Помимо вот такого списка, дополнительного списка ресурсов по регионам, здесь еще есть вот такой раздел Publishing и Repositories. Переход на три самых популярных репозитория можно осуществить из этого ресурса. Да, здесь, кстати, очень много еще описано возможностей для авторов по написанию диссертации, по публикации, по различным помощь, которую они оказывают. То есть посмотрите, очень интересный раздел, особенно те, кто пишет диссертационные исследования и планирует еще зарубежная публикация, может быть полезна. А вот здесь самый главный раздел еще репозитории. Отсюда мы можем перейти и на репозитории. Здесь представлены три самых популярных, самых востребованных репозитория. Вот сейчас мы уже с диссертационных исследований немножко уходим в сторону репозиториев.
Архив.орг, это репозитория Корнуэллского университета. В основном это физика, математика, астрономия, естественные науки, немножко по экономике, но в основном вот у них в сторону физики, математики и естественных наук идет упор. Репек.орг – это экономические дисциплины. И третий репозиторий для общественных наук – ССРН. Ну, вот посмотрим эти репозитории. Можно их на них выходить и напрямую, а можно и через вот эту метапоисковую систему. Вообще, вот это у них очень классная вещь. Помимо глобального поиска самих диссертаций, он еще дает выход на дополнительные ресурсы поисковые, с которых мы тоже можем найти огромное количество зарубежных диссертационных исследований. Архив.орг Корнеллского университета, выглядит он вот так, главная страница. Ну и возможности поиска по всем полям, он дает возможности и по ОРКИД, и по DOID, если мы их знаем. ОРКИД – это идентификатор автора, а DOID – это идентификатор статьи. Да? Мы тоже можем их ввести и здесь найти, есть ли эти авторы здесь. И есть ли эти ресурсы, имеющие DOI здесь. Архив это орг, это бесплатная служба распространения, архив открытого доступа, более почти 2 миллиона научных статей, научных материалов, в том числе и диссертационные исследования в области вот, информатики, всяких естественных наук, финансов, статистики. Кстати, добавилась недавно еще электротехника, ну и немножко по экономике. Важно помнить, что в репозиториях, и вот в архив.орг в частности, материалы не рецензируются, их публикация не засчитывается как публикация статьи, например, указывать ее в списке опубликованных статей в диссертации уже будет невозможно. Это скорее платформа для обмена исследованиями, мнениями, получения обратной связи. Если вы хотите узнать, получить обратную связь на свои предположения, гипотезы и так далее, вот это вот открыто для всех. Существует она старая, она существует с 91 года. Основал ее Пол Гинзбург. И в последнее время наблюдается такой всплеск интереса к этой платформе, начиная вот в 90-е годы как-то не очень, а сейчас прям вот очень-очень хорошо она пользуется таким спросом. Это вот данные тоже с их сайтом. И здесь простой поиск. Вводим поисковое слово, поисковый запрос, можно выбрать. И дальше уже ищем ту информацию, которая нам нужна. Но имейте в виду, они тоже об этом говорят, и все репозитории об этом напоминают, что если ваши материалы содержат признаки патента, если это что-то уникальное, то лучше сначала опубликоваться официально, да, заявить об этом где-то в научных изданиях, а сюда уже приходить потом. Не выкладывать черновики вот таких идей, такого какого-то ноу-хау, который имеет большое значение, тем более вы собираетесь монетизировать, но имейте в виду, что это вот такой репозиторий, можно сказать, площадка для обмена, и кто-то может просто воспользоваться вашей идеей, которую вы сами в открытый доступ выложили. То есть здесь очень внимательно нужно смотреть, что мы выкладываем и насколько это можно вот в такой доступ разместить. Поэтому лучше опубликовать, лучше застолбить место, дождаться выхода публикации и потом уже дальше пользоваться этим ресурсом. Ну, а для скачивания, для ознакомления с чужими идеями, почему бы и нет, это можно делать в любой момент. Второй репозиторий Repec, он в основном по экономическим вопросам. Где-то добровольцы более чем 100 стран выкладывают здесь свои данные и ведут этот репозиторий, представляют свою информацию.
Это такая своеобразная библиографическая база данных рабочих документов. Здесь есть журнальные статьи, здесь есть книги, главы книг и даже кусочки каких-то программ, программные вещи, которые представляются в такой общий открытый доступ. Где-то около 3,5 миллионов научных статей, более почти 4 тысячи журналов и около 5 500 различных рабочих документов здесь присутствует. Ну, вот так выглядит главная страница этого репозитория. Опять же, это репозиторий. Ну и дальше мы можем перейти, например, в раздел журналов, посмотреть, какие журналы здесь присутствуют, какие журналы здесь представлены, сколько было скачиваний, насколько они популярны, сколько статей представлено. Вот эта вот вся информация, она здесь есть. Можно переходить уже на сайты самих статей, самих журналов. И дальше, если открыта возможность для скачивания, можно себе эти статьи набирать. Ну вот опять немножко мы про статьи вспомнили. Ну и другие документы здесь тоже представляются. Еще один репозиторий уже по общественным наукам. Главная страница у нас выглядит тоже так же. Опять же, все эти ресурсы доступны нам во фри-доступе. То есть можно не регистрироваться, а просто даже гостем скачивать ту информацию, которая нам нужна. Простой поиск. Опять же, введите что-нибудь, какое-нибудь ключевое слово, и мы вам найдем что-нибудь. Расширенный поиск здесь также присутствует. Опять же, даю в переводе, что можно здесь ввести, по каким фильтрам можно сделать выборку. А по названию, вот смотрите, очень интересно здесь поисковый запрос. Только в названии должно быть слово, которое мы сюда введем. В названии аннотации ключевых словах или вообще даже в тексте документа. Ну, такой вот расширенный, хороший поисковик. Да, даже первое поле уже дает надежду найти то, что нам нужно. По датам можно сделать выборку и выбрать те темы, которые нам нужны, да, выбор по темам. Ну и конкретизировав запрос, можно получить, опять же, список тех ресурсов, которые есть, тех статей, какие-то наметки диссертационных исследований, которыми можно воспользоваться. Ну и что здесь есть, вот они здесь приведены по количествам, по статьям и авторам. Ну, вот такие вот три репозитория. Про архив ОРГ часто много упоминают, говорят, а вот эти вот два архива по экономике и общественным наукам не так часто, к сожалению, упоминаются. Ну, вот поэтому про них два дополнительных слова тоже сказали. И в дополнение к тем ресурсам, которые мы уже рассмотрели, еще вам даю список нескольких ссылок на ресурсы, где можно найти диссертационные исследования. Вот тот DART Europe, про который мы говорили, это диссертация из библиотек Европы. Где-то более около тысячи, около миллиона различных работ, более чем 600 университетов. Открытый доступ к полным текстам для всех работ. HELL – это диссертации и научные статьи Франции. В основном языка здесь два – английский и французский, и тоже около миллиона работ здесь представлено. Но здесь частично открытый доступ, где-то около 400 тысяч диссертаций только находится в открытом полнотекстовом доступе, но тем не менее. Следующий ресурс, уже даже я не знаю, как произносить, потому что он японский. Вот если вы ищете диссертации или библиографическую информацию по диссертациям коллег из Японии, welcome вам сюда. Где-то около 250-300 тысяч диссертаций от университетов и национальной библиотеки и более 600 тысяч библиографических ссылок на диссертационные исследования. Языка здесь два, японский и английский, поэтому можно что-то подобрать. Ну, вот такое вот экзотика тоже есть.
Следующий ресурс DialNet – это научные статьи и диссертационные исследования ученых Испании. Группировка идет по университетам. В основном язык, конечно, испанский, но есть английский, и другие языки тоже встречаются. Около к 100 тысячам приближается количество документов, около 50 с чем-то, по-моему, тысяч. И открытый доступ ко всем работам. Следующий ресурс – это уже наши коллеги из Швеции. Английский, шведский и другие европейские языки, есть даже восточные, тоже к 100 тысячам приближается количество, там 55, по-моему, или 56 тысяч. И открытый доступ не ко всем работам, где-то примерно к половине. Ну, 20 тысяч, в общем-то, тоже неплохой результат. И последний ресурс, это тоже французский, существует при поддержке Министерства образования Франции. Это такая часть проекта информационного обеспечения высшего образования, как он так официально называется. Здесь диссертации, в основном на французском и английском языках, уже защищенные в университетах Франции. И где-то около полумиллиона... Да, где-то к этому приближается, полумиллиона различных документов здесь представлено. Открытый доступ, опять же, не ко всем, где-то около 50 тысяч диссертаций можно посмотреть в открытом доступе. К остальным надо условия уже читать на самих сайтах, по какой системе, по какие запросы, что нужно для того, чтобы посмотреть работу. Но я думаю, что даже из 30 тысяч или там 50 тысяч открытых работ открытых в свободный доступ, можно найти хотя бы парочку-троечку тех, которые нам пригодятся к работе. Ну вот, все эти ссылки действующие. Если вдруг что-то вы мне потом просигнальте, мы посмотрим. Иногда имеют обыкновение менять адреса, да, сайты, переходить. Вот, например, вот этот ресурс, который мы рассматривали первым, он назывался вот так, сейчас он называется немножко по-другому. Они переехали на сайт ProQuest, да, раньше он назывался вот так, и ссылка, лучше пользоваться той ссылкой, которая у нас в соответствующем слайде к этому ресурсу есть. Со старых ресурсов, как правило, они все-таки дают переход на новый сайт, по новому адресу. Ну, вот такие ресурсы на сегодняшний день. Мне хотелось вам представить по статистическим данным, по диссертационным исследованиям. Ну и последний бонус нашей сегодняшней встречи – это фотоархивы, где можно находить иллюстрации, иллюстративный материал, различные фотоархивы издательств и так далее. Вот сейчас реализуется очень интересный проект журнала Life совместно с Google. Они открывают доступ к своему архиву фотографий, начиная с 1860 года. Но здесь очень внимательно надо смотреть, очень много интереснейших фотографий, очень редких фотографий. Поиск здесь есть небольшая тоже тонкость. Вот здесь написано, как лучше осуществлять поиск, да, добавлять слово «Life», и тогда он вам выдаст более точный результат. Но что касается скачивания фотографий, что касается их использования, тоже очень внимательно читайте. Каждой фотографии пишутся условия, на которых она может быть использована. К некоторым, например, там есть лицензия для некоммерческого использования, либо только в целях образования, либо приводятся какие-то данные по тем лицензиям, по тем условиям, которые необходимо выполнить, чтобы... Ну, опять же, зависит от того, будете ли вы это использовать в личных целях для презентации, например, в своем классе вы ее показали, и все, либо вы ее будете использовать для публикации в своей книге или статье, которую вы пишете, например, на заказ, за которую вы будете получать деньги. Вот здесь лучше эти моменты все-таки отслеживать и
учитывать. Но очень много редких фотографий. И последнее, что я вам хотела еще тоже показать. Вот такая книга вышла буквально вот-вот недавно, в 2020 году, в ноябре, по-моему, или в декабре, была презентация среди новинок издательства «Директ Медиа». «Цифровая трансформация аудиовизуальных архивов». Она есть в библиотеке, университетская библиотека онлайн, для подписчиков в свободном доступе. Есть в интернет-магазине, но сначала лучше откройте, я вот вам привела здесь полностью описание этого источника. Откройте, посмотрите карточку книги. Там, начиная со 169-й страницы, если вы сами не занимаетесь оцифровкой аудиовизуальных архивов, то первая часть вам, в принципе, и не нужна. А вот во второй части там очень интересные приводятся ссылки, описание, дается такой очень полный обзор различных архивов фото, кино, видео, аудио, документов международных, зарубежных, отечественных информационных агентств, издательств. И условия доступа, ссылки, по ссылкам можно переходить, смотреть, знакомиться. То есть если вот есть потребность в такого рода серьезных материалах, это очень-очень хорошее пособие. Но, опять же, можно посмотреть и в других библиотеках, в продаже она есть. Ну, вот я вам данные все на всякий случай привела, как они в карточке приведены, они здесь есть, по этим данным можно будет найти книгу. Очень рекомендую именно вот часть. Но сначала все-таки с содержанием познакомьтесь, потому что, может быть, лучше почитать онлайн. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами сегодня завершаем нашу встречу, добрались до конца наших ресурсов. Конечно, это еще не все, ресурсов очень много. Я думаю, что в следующем году мы с вами эту тематику продолжим и про библиографию тоже будем говорить, и про описание, и в том числе про поисковые вот такие вещи. Может быть, даже на чем-то будем останавливаться подробнее и делать даже отдельные, может быть, вебинары и обзоры отдельно про диссертации, как пользоваться теми или иными ресурсами, с тем, чтобы ваша работа стала более удобной, комфортной, не скажу легкой, но интересной. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами завершаем нашу встречу. Если будут какие-то вопросы, пожелания, в том числе и к темам, может быть, что-то мы не успеваем рассмотреть, что-то не затронули, пожалуйста, все контакты есть на слайде. Пишите, на следующий год мы постараемся все ваши пожелания, конечно же, учесть. На этом, коллеги, я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, самого хорошего. Пожалуйста, берегите себя, своих близких, храните свое здоровье и здоровье окружающих. И давайте до новых встреч. Прощаться не будем. До новых встреч на вебинарах Директ Академии. Пока будем встречаться в онлайн, но я надеюсь, что когда-то мы все очно тоже с вами вместе встретимся. Всем счастливо, всем удачи и до завтра.